Приветствую вас на канале Филавто. Меня зовут Евгений Филоненко, и сегодня мы будем разговаривать про автомобили, точнее о том, как можно зарабатывать на их перепродаже. Пожалуй, начнем. Но для начала давайте вернемся в прошлое, в то недалекое прошлое, которое заставило многих из нас вспомнить, что такое дефицит. Дефицит на новые автомобили. Заставило нас увидеть, что может быть с ценообразованием, когда резко увеличивается курс доллара, когда поддержанные автомобили с минимальным пробегом 2-3-летки стали стоить столько, сколько стоили новые автомобили до увеличения курса доллара. Февральская ситуация в автобизнесе действительно ударила по многим, в основном по продавцам новых автомобилей. Отсутствие поставок, неопределенный ценник на те остатки, которые были в автосалонах. Точнее, цена-то была определена, но немногие имели возможность покупать авто по этим ценам. Также на ценообразование огромное влияние оказал уход именитых брендов. Но даже сейчас, когда ситуация в автобизнесе стабилизировалась, когда наладился параллельный импорт, когда новые машины появились и, в принципе, их можно свободно купить, даже сейчас, просматривая автообъявления частников, я вижу те цены космические, которые были в феврале-марте 2022 года. Но на данный момент автомобильный рынок начинает насыщаться, и возврата к тем ценам уже не будет. Сейчас, касательно перепродажи, будет зарабатывать тот, у кого будет оборот при относительно небольшой марже. Многие из опытных автобизнесменов, да и из тех, кто желает зарабатывать на перепродаже автомобилей, скажут, что для увеличения оборота нужен постоянный приток автомобилей, а для постоянного притока нужен постоянный поиск. Смотрины, выезды, торг, проверка автомобилей. Так как можно избежать всего этого и сконцентрироваться только на перепродаже автомобилей и на увеличении своего оборота? Сейчас я расскажу вам об этом. На аукционе CarPrice вы можете купить автомобиль уже проверенный с юридической и с технической стороны. Вы получаете онлайн полный информационный пакет по данной машине. Вам остается сделать только ставку и забрать этот автомобиль. Либо CarPrice осуществит доставку до ваших дверей. Ссылка на приложение CarPrice будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Подключайтесь и получайте доступ к аукционам по всей стране, где вы 100% можете найти автомобиль для перепродажи. Это был канал Филавто, я Евгений Филоненко. Всем удачных продаж, пока!